суд признает существование Бога каждый раз, когда свидетель клянется говорить правду. Думаю, пришла пора суду признать существование дьявола. С вами все в порядке? Господи. Я сделал что-то ужасное. В 1981 году Эрни Джонсон не признал свою вину. Мы считаем, ваша семья проклята. Заявив, что был одержим демоном. Я не встану перед судом присяжных и не скажу, что он был одержим демонами. То, что произошло в тот день, это был не Эрни. Реальное расследование, доказавшее существование дьявола. Color me your color, darling. Золотой стандарт хорроров. Color. Вам придется спать с включенным светом. Ужасающий, мощный и захватывающий. Самый темный и вселяющий ужас фильм вселенной «Заклятие». По воле дьявола заставит вас поверить. I know who you are. «Заклятие 3. По воле дьявола». В кино с 10 июня.